Юные фигуристки из Заполярья достойно представили регион на соревнованиях в Москве. Девочки не только показали хорошие результаты, но и завоевали призовые места. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Без падений в фигурном катании никак. Здесь достаточно сложных элементов, которые требуют хорошей координации и отличной физической подготовки. Девочки приходят в спорт в достаточно раннем возрасте, начиная с 3 лет. И уже к 6 годам фигуристки могут участвовать в соревнованиях, показывая свое мастерство. Я откатала от всей души, чтобы, ну, хотя бы что-то занять. Думала, то, что нет никакого места, потому что было, ну, не столько баллов, сколько у других, но я не знала то, что я заняла 3-е место. Без волнения, конечно же, не обходится. Как нам рассказали юные фигуристки, о нем забываешь, как только встаешь на лед. Все стараются выложиться на полную, ведь это для них не просто хобби. Девочки с горящими глазами рассказывают о своих любимых элементах. Облизунья – это такой элемент в скольжении. Мы ставим ноги в крест, поворачиваемся и раздвигаем ноги, и рисуем на льду как будто круг, а потом назад ноги в крест. Тяжелые ежедневные тренировки дают свои плоды. Синергия трудоспособности и любви к фигурному катанию мотивирует девочек достигать еще больших высот. Фигурное катание – это такой по возрасту ранний вид спорта, поэтому уже в 14 лет там спортсмены выступают на крупных всероссийских соревнованиях, поэтому в 6 лет это, так скажем, зачисление на спортивную подготовку, а заниматься они начинают гораздо раньше. 6 фигуристок достойно представили регион на соревновании «Февральские узоры» и даже привезли в округ 2 медали. Алена Носова встала на самую высокую ступень пьедестала по программе «Новичок», а Эвелина Шестакова заняла 3-е место по 2-му юношескому разряду. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Леонид Шишилов, телеканал «Север».